Итак, друзья, всем привет! Предлагаю сегодня посмотреть, что умеет Google Ассистент. Зажимаем среднюю круглую кнопочку. Вы можете сказать, сколько времени в Алжире или температура завтра? Так, сколько времени в Алжире умеет? Погоду, температура завтра. Покажи мои предыдущие рейсы. Вызовы, позвони на голосовую почту. Вот это вот классная функция, Алиса так не умеет. Развлечение. Бросить кость с 20 гранями. Потом Netflix. Останови воспроизведение. О, ну вот я вам уже делал, меня можете посмотреть на канале ролик, где действительно управление идет, значит, Netflix через Google Ассистент. Включи видео Земфиры. Значит, ну, на картах ресторана рядом со мной это может и Алиса. Сколько времени в Алжире? Ну, это тоже несложно. А для Алисы тоже будет. Настройки телефона. Выключи звук. Подскажите, как это сделать? Так включилась Алиса. Значит, текстовые сообщения. Напиши смс. И, соответственно, что у нас здесь еще есть? Напиши смс Маше, допустим. Вот он может выполнять вот такие вот. Выполнять, то есть может звонить, может писать смс, может спеть колыбельную через YouTube музыку, а потом вычисление, но это тоже умеет Алиса, то есть такой небольшой голосовой калькулятор, потом отправить сообщение в Telegram, в Алисе я такого не видел. Deezer, включи Daft Punk, это в приложении Deezer. Значит, потом список покупок, это есть функция и в Яндекс.Алисе, включи радиостанцию. Тоже хорошая, есть и в Алисе, но хорошая функция. Потом расскажи последние новости, что тебя беспокоит, перевод, скажи доброе утро, переведи словари, потом конвертер единиц измерения, напоминания, спортивные новости, рецепты различных блюд, информация о ресторане. Друзья, как видели, из таких явных отличий от Алисы может звонить и Google Ассистент, и писать смс, звонить, ну и управлять Netflix, да, потом Telegram, значит, коллаборация с Telegram, вот, ну, а в остальном, точнее, все, в общем-то, очень напоминает именно Алису, Яндекс Алису, то есть Алиса может то же самое. Ну и плюс разные игры, ну, давайте бросим кость. О, кость очень. Вы выкинули 6. Вы посмотрите, кость очень. Вот такого нет у Алисы анимации, и мне кажется, этого не хватает. Ну ладно, друзья, собственно, на этой замечательной ноте я завершаю. Надеюсь, вам было интересно. Ссылка на Google Ассистент будет в описании. Ну а так, в общем-то, он есть во всех, значит, устройствах на Android, если это последний. Ссылка в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.